Нас что, выгоняют, да? Нет. Дмитрий Петрович, зачем нам блюз? Ну, и дедушкина музыка. Кто дедушка? Кто дедушка? Давайте лучше сыграем в стиле фанки. Ты сначала джаз научись играть. Ты что дергаешься? А потом фантазируем. Давайте, начали. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодой человек. Да. Папироску-то не прячьте. Извините, мы больше не будем. Еще раз увижу и все запру. Ну так что, блюз? Да, начали. В таком составе и будете играть на конкурсе. А вы? Я уезжаю, меня срочно вызывают. Куда? В Сочи, там Пахомов ногу сломал, надо выручать. А потом вокруг Европы. Да, ну а как же мы без вас в ресторане? Ничего, прекрасно сыграете и споете. Да что мы без вас споем? Мы никто, ничто и звать никак. Не преувеличивай, это психологический фактор. Как же без вас? У нас нет времени кого-нибудь вести. Кто будет петь? Утенок. На полночь, полночь, в нетерпенье, нетерпенье. Ночь дрожит, будто в первый раз. Ячик, в своей пьесе в четвертом такте вместо до мажор нужно играть фа-септаккорд. Галк, напомни ему. Давай, механик. Счастливо, утята. Галка, не выступай. Володя, сделай немножко потише. Еще раз сначала. Три, четыре. И...